Окей, не затыкайся, так, легче. Еще. Пораньше возьми. Да, только ты должен не назад падать, а стремиться вперед. Так, 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 так. Да, нельзя играть без направления. Так тяжело играть. Всегда мысль должна идти вперед. Так, 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 так. Сюда. Нет, вот тарада, не столби так, тарада. Проходящие ноты. Понимаешь, да? Ты просто с ноты сыграл. Дальше. Сам будешь заниматься. Thank you.
И виртуозно. Пам. Прическа выходит какая-нибудь оперная дива, там все очень ярко, очень концертно, понимаешь, да? Вот такой образ этого произведения. Все, молодец. Спасибо. Я хочу напомнить, что у нас работает выставка, и там мастер есть по саксофонам, и не только. Буквально вот пройти налево и еще раз налево. Там есть указатель. Можете попробовать там инструменты, может, штуки. Ярмарка, берите, покупайте, приходите. Пока 3-4 минутки перерыв.